Вандалы в городе. Неизвестные испортили плакаты с первоуральскими спортсменами. Хулиганы использовали баллончик с черной краской и маркер. Из 5 баннеров, установленных на одной из остановок города, пострадали 2. О том, что плакаты испорчены, активисты города-чемпионов узнали из социальных сетей. Напомню, фотографии активистов разместили на остановочном комплексе в декабре прошлого года для популяризации спорта. Снимки для баннеров выбирали из хроники организации за 3 года ее существования. На снимках мастера футбола, хоккея, спортивного ориентирования и легкой атлетики. Как говорят общественники, ущерб за испорченные фотографии около 15 тысяч рублей. Хулиганов искать не будут. Сегодня активисты организации «Первоуральск», город чемпионов, вооружились химическими средствами, пытались самостоятельно устранить проблему. Попробовав разные средства, мы поняли, что просто привели в абсолютную негодность эти плакаты. И теперь намереваемся их благополучно снять. И, возможно, заменить на другие.